Ранним утром на плацу межвидового регионального учебного центра собрались они – мужчины, защитники Родины. Все они записались в именной батальон «Ульяновск». Это подразделение создали недавно, поздней весной. И как только стало известно о его существовании, сотни людей стали записываться и проходить медкомиссии. Кадры есть, осталось их обучить. Половина батальона, наверное, уже имеют определенную подготовку, которые будут наставниками для ребят, которые впервые там, может быть, за десятки лет опять возвращаются, там, приходят вооруженные силы. В составе батальона есть и ополченцы из Горловки Донецкой области. Они давно хотят покончить с фашизмом. Накипело. Проходил в ополчении службу с 14 по 19 год. Приехал в 19 году в Новоспасский район, женился. Вот, родились двое прекрасных деток. И Родина зовет. Надо защищать своих детей, своих близких. Николай Тубаев с позывным «Кальян» приехал из Коврова Владимирской области. Он отец шестерых детей, директор мотоциклетного музея. В апреле Николай отправился за ленточку, воевал до августа. Получил 2 ранения, лечился в 8 госпиталях. И несмотря на тяжелый опыт, он, не раздумывая, записался в батальон. Не мог усидеть дома. Всяческие способы попасть на фронт в голове так прорабатывал. А потом просто пошел в военкомат, написал заявление и, значит, быстренько в течение 3 дней собрал документы, вот, и отправился на фронт. Скоро добровольцы будут проходить боевое слаживание. Это одиночная подготовка и работа в составе отделения. За несколько недель воинам предстоит освоить специальности. За каждым из бойцов будет закреплен опытный инструктор, участник спецоперации. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.